Лето – сезон пикников и отдыха на природе с семьей. Обычно на природу берут с собой мясо, но летнее разнообразие можно дополнить и рыбкой, которую привезли прямо из Камчатского края. На этой неделе рязанцев снова радует своим ассортиментом выставка продажи икра и рыба камчатская. Более 35 видов рыбы холодного и горячего копчения. Чевыча, палтус, нерка, омуль. Вот чего-чего тут делали... Самый бутерброд. На хлеб намазываешь масло, очень мелко повязываешь и застеваешь все это, и великолепно все получается. Рыбку купила, это, ну, горячего и холодного копчения. Приезжают периодически, ну, попадаю сюда, хожу. Я только копченую ем рыбу. Рыбу в Рязань привозят в специальных рефрижераторах. Жара камчатским деликатесам не помеха. Все свежее и натуральное. А еще продавцы делятся лайфхаком, чтобы рыбка сохранила вкус и свежесть. Икру нужно поместить в стеклянную банку, и если вы не собираетесь ее сразу употреблять, можно заморозить. А вот рыбку необходимо завернуть в пергаментную бумагу. Я люблю ее. А почему любите? За что? Ну, не знаю, мне нравится. Вкусно, я ем. И каждый раз жду, когда они приедут, и я у них беру икру. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыбы камчатской расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».